Халимус от Лимон. Ну что, мы посмотрели на Wizard Arrow, Hellsight и Dranzer's Horde. У нас остался Nile Shield последний. Давайте откроем его. Слой. Слой Nile Shield. Он похож на Рок Леона. По-моему, Рок Леон или какая-то другая версия Леона. Типа из Metal Fight. Здесь получаются специальные дыры, чтобы как защита, как бы он принимал атаку, типа не тянул выносливость, что-то летит, типа как так защиты. Вот. Тут на слое рыцарь. Зеленого цвета, кстати, он очень красивенький, типа он реально классно выглядит, очень прикольно. А, опа, выпал болт, надо закрутить. О, все, закрутил. Странно. Ratchet 3.80, как должно быть в Тагара, а то 3.60, как у Дрансфорда. Я вам отвечаю, я просто вижу уже это, ну, это видно. Он такой, я вам так скажу, хотя, знаете, вот он в реальности такой зелено-прозрачный, но на видео он такой, как другого намного цвет. То есть это странно, прикольно. Ну, то есть его... Цвет похожий как на этот, просто чуть-чуть я, ну, светлее. Но он тут похож как такой прозрачно-березово-темный, какой-то такого цвета. Ratchet, как и все, он право-влево, типа должен как-то раз, два, раз. Опа, он тут, кстати, тяжелее крутится. Или мне кажется. Не, вроде нормально. Вот, короче, тут не 3.80, а 3.60. Объясню, кто не помнит, не знает, 3.60 это типа высота Ratchet, а почему 3, потому что 3 выступа, типа, ну, атакующих выступов, вот. Beat Needle, защитного типа, хотя вот знаете, вот почему-то мне, вот они, вот если брать, то мне вот так вот бы мне дали в руки, я бы сказал, что вот это выносливость, а это защита, потому что, типа, я привык, что в бёрсте, там, типа, защита это более круглая, а в выносливости он такой будет такой. Угол такой, пирамидка. Ну ладно. Бит отличается от всех. Вот Wizard Arrow видно. То есть тут вот эти штуки, они должны быть как бы. И эти штуки похожи на как у Дрансфорда вроде. Не, а Дранза вообще другие, они чуть отличаются. Ну короче, у каждого бит он по-своему как-то отличается. Вот он, Night Shield, давайте его соберем. А, и вроде бы я слышал, что лучше ставить, сейчас посмотрю, или вот так, неровно, по-моему, да, как-то, чтобы щит пошел, не вот тут стоял, тут же получается Ratchet не вот так стоял, а лучше для, чтобы он вот так стоял, чтобы вот здесь. Потому что так защита более, типа, получается лучше. Или наоборот. Стоп, я не помню. Не-не, да-да-да, вот так должно быть. Потому что если тут, тогда будет больше всего вероятность, что он взорвется. И в первом положении. А в этом он меньше всего взорвется. Вот, и одеваем болт. Ой, бит, извините. Не хочешь одеваться. О, есть Nile Shield. Опа. Другой Nile Shield. Погнали тестировать Nile Shield против Hellside, Wizard Arrow и Dranzer's Horde. Вот. Супер защита против каких-то этих боев. Погнали. Ну что, пора протестировать Nile Shield против Дрансфорда, Хеллсайда и Wizard Arrow. Посмотрим, кто выиграет. Восстановился и смог одолеть Дрансфорда.
Как всегда Жан-Клод по своей атаке, начинаешь шилд, значит, вот тут защитно видно, что, ну, понятно, что это защита, но идеально, пусть это вот это идеально, блядь, для защиты. Конечно, я не знаю, как там другая версия, занял такую интересную позицию. Наш shield без арфера. Я холсайт оставил на последок, на самое маленькое. Опа, дала. Обычный взрыв в Иксе. Он просто под себя взорвался и все, и крутился на ножке. Вау. Shield Wizard Arrow. Последний бой с Wizard Arrow и переходим к Hellside. Самому страшному Иксу бою. Что? Это демон, но он не победил. Как я понимаю. Его взорвали один раз. И то как-то визор Arrow случайно, мне кажется. Да, все, визор Arrow выиграл. Тут какие-то пузыри. А чем я не выиграл? Делфай. Просто оказался таким мощным. Бля, как... Я еще побежал. Пошел бой, взрывает, убивает, уничтожает. Нет, да ладно, Хелсайд проиграл. Еще молодец. Не выжили. Вот битва легендарная. Да, честно, это запретить Hellside. Он не дает нам битва. Он его нагибает. Он его нагибает. Кого? Это было мощь. Прошлый ран был мощный. Согласитесь, да. Проиграл. О, он его щит. Вот ты ж. Хелсайд. Начал. Хелсайд.
Hellside. Да, ты уже подыхаешь. Как так? Ха! А еще слышу. Ладно, я думаю, на этом можем и закончить. Вот такой был прикольный Nightshield. Ну и первый вообще, типа, можно сказать, ну, слышу, первый марафон обзоров на X пока что закончился. Ко мне уже едет вторая версия Shield Knight и Шоки, как он, Акула, короче, вот это. Вот, и Dranzer S едет, вот. Так что не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить это все. Ну, с вами был я, Антон Лимон. Возможно, я сделаю отдельную битву, просто все четыре игры на одной арене. Вот. Но пока что как-то вот так. Ладно, всем удачи, всем пока.